Теневые схемы ухода от налогов становятся жестче и изощреннее. Об этом говорили представители регионального следственного комитета, управления МВД России по Омской области и налоговой инспекции. Три ведомства теперь вместе работают над раскрытием налоговых преступлений. Прежде всего, от незаконных денежных операций страдает государственная казна. В этом году удалось вернуть почти половину от суммы, которую омичи умышленно недоплатили в бюджет города, а это более 80 миллионов рублей. По результатам расследования налоговых преступлений Омская область занимает 6-е место в России. Противодействие преступлениям, совершаемым в налоговой сфере, возможно, на наш взгляд, только при слаженной работе следователей, сотрудников налоговых инспекций, оперативных работников органов внутренних дел. Направить наши усилия на укрепление экономики в регионе, на укрепление экономики в Российской Федерации.